Дорогие товарищи, здравствуйте. 18 июля 2024 года, я сижу на работе. Не волнуйтесь, руководство меня не ругает, я же ничего не нарушаю. Я разговариваю, глаза мои видят все справа, слева и сзаду. Ну, то такое дело. Ну, сегодня для меня очень приятный день. В этот день родился мой сыночек младший, Николай Сергеевич Змеевский. Родился он в Воркуте, на поселке Варгашор, когда мы жили на поселке Заполярном, и я был участковым. Для меня, ребята, была такая радость, вы даже не представляете. Да, у меня старший родился, сыночек, когда мне было 22 года. Представляете, я еще пацан был сопливый, я еще толком не понимал, и отцовские чувства какие-то были размыты. Не понимал я это. А когда Коля родился, мне было 28 лет. Понимаете, я же человек был самостоятельный, уже, как говорится, бывалый более-менее. И я как взял его в роддоме на руки, ребята, я покуда с Варгашора до Заполярного доехал, я не помню ничего, дороги не помню. Я только помню его губочки, мордочку его, и больше ничего не помню, понимаете. Это самое любимое, он со мною 6 месяцев спал, потому что у мамы там 6 почки заболели. Так что он никогда у меня не вписывался, не вкакался, серьезно говорю. Ну это так, уже я внедряюсь не туда, куда надо. Один написал там, ну что, сынок, наверное, типа защищает в окопах свою новую родину, имеется в виду Россию, против Украины. Ребята, чтобы знать и ответить на этот вопрос, нужно знать нас. Понимаете, вот меня знать, Колю, моего сыночка, знать. Посмотреть его канал. На Ютубе у него есть канал. У него 25 тысяч подписчиков, ребята. Канал только о природе, никакой политики, никакого мусора нигде, только природа, качественные съемки там, ну, он любит это страшное дело. Он очень хорошие деньги, кстати, зарабатывал на Ютубе, когда мы были в Украине, потому что санкций не было, а сейчас здесь санкции, понимаете, ну, и такое дело. И он до такой степени пацифист, он по образованию музыкант, ребята, он баянист, он поет и играет шикарно, в оркестре играет. И когда-то, 18 лет ему исполнилось, военком у меня в Береславе Херсонской области, Новак Анатолий Анатольевич, мой хороший товарищ, говорит: Сережа, ну давай Колю отправим в армию, хоть в военный оркестр. Он так никуда не хочет, но хотя бы в военный оркестр. Коля даже в военный оркестр не захотел. Потому что он не любит вот это вот, ну, чтобы кто-то командовал им там все прочее и так далее. Он человек свободный. Мирный, дальше некуда, понимаете, в чем вопрос. Хотя я люблю, например, армию, я в армию вот служил 2 года, я такое удовольствие получил от армии. Ну, то была вот другая армия немножко, ну, это такое. Хотя и тогда многим не нравилось, а мне лично армия нравилась. Строй, коллектив, подъем, отбой, да, отлично было все. Я говорю, я по профессии участковый, многие знают, и у меня оружие было всегда на постоянке. Я говорю, Коля никогда оружие в руки не возьмет. У меня ружья были, как всегда, что вы понимаете. Он никогда их не чистил, не подходил, не заряжал патроны. Хотя старший сыночек у меня любил и чистить, и оружие, и пистолет, и все прочее, и так далее. Он молодец. А вот Коля такой, понимаете, в чем вопрос? Ребята, ну если надо, если кто-то очень слишком хочет, мы станем в окоп, не волнуйтесь, ребята. Мы против наглосаксов и пиндосов станем. Защищать Россию великую. Потому что за Россией правда. Обижайтесь на меня, не обижайтесь. Меня многие смотрят с Украины. У меня около 15% просмотров из Украины идет. Ребята, я вас понимаю. Я вас понимаю. Вы сказали, что Украина понад усе. И теперь вам стыдно сказать и неудобно, что вы ошибались. Нет такой страны, как Украина. Ну нету ее. Ее угробили, падла, еще в 91-м году. Вот в 91-м году еще так лет 10 она тянулась на старых запасах советских. А потом начали рвать ее, гады начали. Это, ну, ребята, ну я знаю, я участковым был. Я знаю, что творилось в совхозах, в нашем совхозе. Это пипец. И когда-то ролик сниму, это бляха-муха, уши повянут у вас. Понимаете, в чем вопрос? Ну, это такое дело. Так что не волнуйтесь, ребята. Все будет нормально, все будет хорошо. Кто-то говорит, что я много снимаю, долго рассказываю, воду лью много. Ну как воду не лить? Ну а как? Я что, вам робот, что ли, елки-палки? Ну надо же поговорить с людьми, пообщаться.
Одни говорят, мало снимаю, одни говорят, много снимаю. Ребята, ну вас же не, вам не угодишь. Как вот кому-то нравится моя физиономия, кому-то не нравится, понимаете, чем вопрос. Кому-то нравятся женщины с такими, а кому-то с такими. Вы же понимаете, каждому свое. А мне нравится вот белорусский пломбир. Сейчас только что Коля приехал, привез мне белорусского мороженого. Шикарно. Спасибо, сыночек. И Александр Григорьевич Лукашенко, что не дал угробить Белоруссию и что выпускает отличную продукцию. У нас здесь в Абинске есть магазин «Белорусские колбасы», кажется, называется. Просто сказочный, сказочный магазин. Я никак ролик не сниму о нем. Ну ничего, я думаю, когда-нибудь я доберусь до него и до Белоруссии. Сделаю рекламу белорусским продуктам, ребята. Так, что не сказал, скажу в следующий раз. Задавайте вопросы, на какие темы вы хотите поговорить. Поговорим на все темы. Я поговорить очень люблю. Все, давайте.